Да я уберу. Это бросок айштока. Так называют специальный спортивный снаряд для игры в айшток или баварский керлинг. Участница клуба «Активное долголетие» Любовь Щербакова рассказывает, играет в эту игру уже не первый раз. На прошлогоднем турнире даже заняла призовое место. Замечательная игра. Мы играем и зимой в эту игру, и летом. Зимой это вот ледяная площадка, а летом вот так на асфальте очень интересно. Вот у нас сюда то же самое. Двойка, четверка, шестерка, восьмерка и сюда десяточка. Правила просты. Бросить айшток нужно так, чтобы попасть в любой из нарисованных кругов. За это дается определенное количество баллов от 0 до 10. Обычно соревнуются две команды по 4 игрока. Победа за теми, кто наберет наибольшее количество очков. Ну так совпало, что сегодня у нас депутаты пришли на заседание. Но они немножечко потренировались, причем у некоторых все получалось. Турнир по айштоку состоится 31 мая. Соревноваться будут участники клуба «Активное долголетие». Но присоединиться к ним могут все желающие от 50 до 90 лет. Лада Дудко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».